Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Как сделать правильный компост? Как сделать компост так, чтобы он приносил только пользу вашему огороду и не представлял опасности для вас? Это я кошусь глазом на пчелок, которые тут с большим удовольствием посещают мои подсолнухи. Компост является, конечно, очень ценным удобрением для огорода, однако надо не забывать о том, что любая компостная куча, которая готовилась с термизацией, то есть с горением растительной массы, представляет опасность с точки зрения накопления там такого опаснейшего возбудителя болезни человека, как аспергилла дымящего. Не забывайте об этом. Поэтому правильно приготовленный компост должен быть, с одной стороны, приготовлен без разогревания, без термизации растительной массы, а с другой стороны, он должен быть безопасным, не должен содержать возбудителей болезней, там всяких вредителей и так далее. Как же совместить две эти технологии? Все сделать очень и очень просто. Просто-напросто берете триходерму. Триходерма КМЕ, пожалуй, является одной из лучших триходерм, поскольку содержит большое количество разнообразных изолятов триходермы, которые разнонаправленно действуя, взаимодействуя с растительной массой, а также возбудителями болезней, превращает ваш компост не просто в органическое удобрение, а в настоящее средство для поддержания не только плодородия почвы, но и здоровья вашей почвы. Если ваш компост был приготовлен с использованием триходермы, то в этом случае вы можете считать, что внося этот компост, вы одновременно вносите и препараты триходермы. Согласитесь, это очень большая экономия, когда вы выращиваете триходерму прямо в компостной куче или яме. Использовать триходерму КМЕ для приготовления компоста очень просто. Вы разбавляете триходерму КМЕ 1 к 100 и просто легко увлажняете растительную массу. Каждый новый слой растительной массы, который теперь уже с началом осени, эта масса появляется, накапливается по мере убирания всяких растительных остатков, вы просто его смачиваете заново, а низлежащие уже можно не смачивать, хватает достаточно однократного заселения. И вот этот компост, он будет тождественен тому, что я называю препараты триходермы. Это то же самое будет, это тоже препарат триходермы. Не забывайте об этом, когда вы будете готовить грядку под чеснок, или под землянику, или под посадку других растений, помните, что когда вы берете такой компост, компост вносите в луночки или рассыпаете там по ведру на квадратный метр, то вы одновременно вносите и препарат триходермы с всем спектром ее полезных свойств. Не забывайте, что триходерма одновременно избавляет вашу почву от ряда вредителей, но также даже и от яиц глист, которые могут накапливаться в почве в результате того, что у вас собачки бегают, котики там где-то бегают по участку, или же вы вносите какие-то органические навозы, удобрения, которые не прошли должную обработку для избавления от этих паразитических организмов. Что ж, используйте обязательно триходерму КМЕ. Ну, а если нету триходермы КМЕ, ну то что делать, чтобы получить правильный компост? Все очень просто. Идете в лес, набираете трухлявые пеньки, берете труху от бревен всяких там поваленных деревьев, вот эту вот труху все набираете, набираете и равномерно перестилаете слои ваших растительных остатков, и с огромной долей вероятности вы там наберете и триходерму вместе с этими остатками. Аналогично поступаете с плодовыми телами трутовиков. И идете в лес, просто набираете плодовые тела трутовиков все подряд и точно также перестилаете, равномерно перемешиваете с растительными остатками. Обогащайте этими природными ресурсами свой огород, свой компост, и ваш компост по праву можно будет назвать правильным. Конечно, во всех случаях специально подобранные изоляты в составе препарата триходермы КМЕ являются, ну, наилучшим вариантом. Однако же, если у вас нет доступа к ним, пожалуйста, используйте дары природы, ресурсы лесных богатств. Что делать тем, у кого нету леса за бортом?
Ну, жаль, конечно, но тогда придется покупать коммерческие препараты. Во всех отношениях это действительно хороший вариант, который позволит вам также и сэкономить деньги. Не забывайте, приготовленный с помощью триходермы компост является сам препаратом триходермы. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи!